Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Hard Reset Info, и сегодня я вам покажу, как персонализировать ваш Oppo Find X2 Pro. Переходим в настройки и ищем пункт персонализации. И здесь мы можем менять темы, обои, стили значков, расположение приложений, стили отпечатков пальца, цвета, размер шрифта, панель уведомлений и световой сигнал на кромке. Вот такие у нас пункты персонализации. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи!